Я думаю, что да, повлияет. Уже повлияет. Каким образом? Ну, прайс стал дороже. И, следовательно, я буду теперь думать, ездить туда или нет. Может, у меня будет выбор теперь воспользоваться каким-то общественным транспортом? Не знаю. У меня своя машина, я на своей машине езжу. А бензин тоже подорожал? Вам не представляли? Ну, это у нас здесь подорожало. Там копейки подорожало, и там заправляются, ездят вот так. Ну, конечно, как сказали, просто дикая стоит вот такая. Полкана не отъедет. Ну, это существенно скажется на моем бюджете. В отрицательную сторону. Ездить придется гораздо реже. Не знаю, честно, особо не повлияет все равно. Даже несмотря на то, что бензин подорожает, на мою жизнь это особо никак не повлияет. Конечно, повлияет, потому что у нас не такой большой достаток в республике, чтобы тратить много денег. Конечно, с одной стороны, это не такие большие деньги, то есть на 200 рублей подорожал такси. Но с другой стороны, у нас не такие большие зарплаты, чтобы чтобы платить 1000 рублей плюс. Автобус же тоже подорожал, насколько я помню. Ну, что теперь делать людям? Мы, к сожалению, не имеем другого выхода, чтобы получать какие-то медикаменты или еще что-то. Нам приходится выезжать на весь Кавказ, поэтому мы заложники этой ситуации. Ну, а что остается делать? Не пешком же я пойду до Кавказа, поэтому придется ездить, но сильно ударить по карману. Это мне лично не повлияет, так как я редко туда езжу.